Сделать наш город не только ярче и привлекательнее, но и избежать фальсификации истории Великой Отечественной войны руководители областного центра совместно с Российским центром науки и культуры решили новым способом. Они реализуют интересный и значимый для Бреста проект. Улица Гаврилова есть в городе, и на доме номер 7 сейчас уже ведутся непосредственно работы по созданию вот такого мурала или граффити. На наш взгляд, уникального, очень интересного проекта. Такого нет, наверное, нигде. На Арбате в Москве есть портрет Жукова. Вы знаете, что много портретов есть из известного фильма «Маэстро», да, «Летчики» Леонида Быкова. Но вот это будет, пожалуй, самый уникальный проект, который мы реализуем здесь. За такую масштабную работу взялись столичные художники арт-студии «Алмира», которые не первый год занимаются подобными проектами. Идея мурала понравилась Александре и Кириллу Пармон. Они давно хотели воплотить в жизнь патриотический проект, но до этого момента не было подходящих инициатив. Этот проект вообще нам интересен, то есть он полностью откликается в душе. Конечно, нам хочется, чтобы люди не забывали о подвигах героев войны. Это очень важно для построение современных реалий, построение общества и отношений людей друг к другу, потому что это те ценности, которые не стоит забывать. Работа по нанесению на 9-этажном доме мурала героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости Петра Мироновича Гаврилова сейчас в самом разгаре. Если погодные условия будут благоприятствовать, то нанесение мурала художники завершат к 28 июля, дню освобождения города.